Всем привет, с вами Игорука, и мы продолжаем проходить Скайрим. Так, записывает? Я устал. Вот победа. Да. Продолжаем, помним, закончилось чем первая серия. Что-то со Светом там делали, я покушанный теперь, веселенький, бодренький. Готов к битве. Ой, мы, ну, вы поняли. Давай. Все. Мы наконец-то выбрались из этого непонятного чего-то там. И из пещеры какой-то, короче, и пошли наконец-то. Да, в бравый путь. Так. Скайрим. Да. Если есть ингредиент, вы узнаете одно из его свойств. Ага, о. Сейчас повысим навык алхимии. Так, ингредиенты. Урон запасу сил. Оп. Типа спрятались, да, типа так надо. О нет. Там же Алдуи. Ну, вроде он совсем улетел. Да. Наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Выполнил. Отсюда город, это Ривер. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Вот так-то. Алвар из Ривервуда может не встать на ноги. А, поможет мне встать на ноги. Да, без проблем. Так, что там за хижина? Нужно исследовать все. Это же Скайрим, нужно быть исследователем. Так, ага. У нас тут корундовая жила, неплохо. Надо потратить сколько время. Где телефон там. Вот не задача. Да, опасать, я понял. Слишком все далеко. Что это произошло? То ладно, разденем их. Скажем, что это была кровавая оргия. Так, все считалось, хлебушек. Так, идем, ладно. Кто это такой? Ой, это бандит, ё-моё. Лучше беги, тогда я ударю. Беги, да. Бард, бежим. Кого? Ни хера тут бандиты сильные. Легендарно. Но как-то особо не сопротивляется. Ладно, братан. Так, надо помочь этому. Мочи этого говнюка, давай его. Оп, все, минус один. Братан, помогай мне. Молодец. Ага. Я случайно, видимо, задел его. Я сделал его случайно, фигово. Ага. В общем, понятно все. Короче, не стоит туда идти. Опасно, однако, там парни находятся. Так. Вот это вообще, видели, как он меня просто отымел? Да, пошел в жопу, педик. Это печально. Прям внутри. Азура, дедрическая владычица заката и рассвета, она принадлежит к числу немногих, в принципе, до этого. Постой. Угу.
Чё, парень, слов? Ну, вроде он совсем улетел. Но, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Все, 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 спасибо, я понял. Просто пройдемся так. В скрытности. Вас заметили? Да ладно вам. Слушай, тебе стоит отправиться в Солитьют и вступить в Имперский легион. О. Такие люди нам нужны. Сейчас где задание? Вот. На карачках. Там, я знаю, там будут волки. Бандиты в этот раз не пришли, это хорошо. Потому что бандиты — это зло, все дела. Да ладно. Как драугры ночью спускаются с горы и лезут ко мне в окно, и все в таком духе. Честно сказать, мне тут до сих пор не нужно. Псих. Ладно. Так вот, камни эти. Камни хранителей. Знак мага. Знак вора. Конечно, знак вора. Благосостояние знака вора сейчас знак со скрытностью. О, воришка. Так, во, я буду вором поганым в скрытности. Я вообще, я люблю таких персонажей. Красноречив буду, конечно же. Так. Еще мне надо будет зачарование качать, чтобы зачаровать вещи на скрытность. Так. Кто это? Сейчас мы узнаем, кто это. Сохраняемся. Какой-то бандит. Куда бы мне спрятаться? Да я его не вижу. Спасибо, что подошел, братан. Давай. Я понял. Ты не такой простой парень. Опа. На. Ты что ты сделаешь, а? Оп. На, говно, на. Бородатый парень, конечно, понимаю, красивый. Я всегда к ней готов, братан, понимаешь. Я тебя закопаю. О, на. Фу, я думал, я уже сдохну, фух. Так, меховая броня. Еще веса хватает, нормально. Это нам нельзя. Че за оружие есть? Только железный блок. Так, а че у нас там по шахте? А? Я ворвусь в твою факельную шахту. Портищу твои шахты.
Так, сохраняемся. И обыщем шахту. Конечно же, там будут враги, это 300%, но... Все хорошо. Хопа. Братаны, полегче. Братан, ну чё ты такой слышащий? Меня не видно. Меня не видно. Ну, конечно, когда врезался, меня забесил. Так что хватит трястись. Отдохни немного. Тебе скоро на смену. Я не хочу, чтобы ты заснул в карауле, как в прошлый раз. Ладно. И пошел спать. Нормально. Сразу же увидел меня. Ладно. Так, главное скрытие прокачали. Так. На, подожди, стоять. Кью, это... Зелье лечения. Быстро. Говнюк. Умри, говнюк. Легкая броня повышается. Это хорошо. Так, магия, восстановление, F. Так. Так, лечимся. Да, хорошо, лечимся. Так, бежим, оружие. Железная булава. Ну, Петик. Тупой. Бери. Сыромятный щит. Давай, на, говно, на. Вот так, как тебе? Так будет с каждым. Вот сыромятные наручи. Получше моих. 6. А тут 6, ну ладно. Горшок. Так, длинный лук. Так, погнали дальше исследовать. Исследуем эту шахту. Просто вдоль и поперек. Так, мухоморчики обязательно. Потрепанный дневник забираем. И почитаем. Так, книги, потрепанный дневник. Они заставляли меня работать внизу уже несколько дней, но дело не в том, что я устал, меня беспокоит. И треки, что штреки. Сколько раз я им говорил, надо поставить дополнительный крепеж. Ох, было бы у нас побольше деревянных балок, усиленных бронзой, если я еще раз услышу. Подвижки, породы над головой, честное слово, пить брошу.
Н, какой из меня пару будет без меда? К. Блин, шрифт вообще неудобный. Что за говно? Писал мой дед. Ой, что я сказал? Не знаю. Хорошо, в общем. Так, вино. Винцо это всегда хорошо. Ё-моё. Да как ты так сделал, даун? Прям обошли меня со всех сторон. О, меня тут нет. Да показалось, братан. Только где вы? Ну, понимаете, братаны, ну, работа тяжелая, иногда кажется в жизни всякое. Естественно, так они уже палят чуть-чуть. Все, встанем тут. Давай, оп, все повысили. Давайте, братаны. Перебьем эту шахту, ё-моё. Так. Вот так вся игра в скрытности и проходит. Да. Соси песос. Это все, куда упадете? Я вас понял. Так, парящий парень. Да не. Ага, вот так бывает в жизни. На уровень. Так, хопа. Чё, конечно же, повышаем здоровье, мана нам вообще не нужна. Так. Блокирование, одиночная стрельба. Стрельбу прокачаем. Естественно. Вот так. Так, палящие братаны. Не заблудитесь там в четырех стенах. Такое себе повышение скрытности. Когда тебя нашли? Так, братаны, палящие. Дайте мне... Бежим, 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 бежим. Хоп, хоп.
Вот такие мы скрытные парни. Так. Вот это, вот эта вся работа с это вскрытости. Минус один. Вот и все. Так, все, перебиты парни. Нормально. Хоп. Опа. О, серебряное ожерелье. О, боевой топор. Сладко. Все лучше и лучше. Лучше из лучших. Так. Что тут у вас имеется? Неплохо. Там только что было, а вот заклинание ясновидения. Хорошо. Сука, еще не сохраняюсь, вот я даун. Так, нормально, давай, давай, давай. Давай, хоп. Да умри. Так, ну давай, все, железный болт. Минус два. Все, минус два. Че настоящие норды не отступают? Во, я ничего не отступал, ничего не знаю. Так. Во. Нормально, все идем. Блин. Вот, конечно, говнюк. Каджи там сидит такой. Ни в чем не бывало, типа. Картофель. Покушаем. Так. Хранение. Оп. Опа. Бежим, бежим, бежим. Нормально, братан, что-то. У меня же есть покруче теперь, не железо было, а остальной бой. А, я же еще. Пока у меня железное было, нормально. На! Умри, говно! Вот! Заколотил его просто. Все, получи ключ от факельной шахты. Так, ага, сопротивлению. Свиток амулет. Так. Все тут. Все тут сделано нормально. Угу. Ага, там еще нифига, тут огромная шахта. Ну я явно эта шахта на целую серию. Хватит ее. Поэтому нормально все. Что-то такое. Ничего, просто бадья. Самое полезное. Комната, наверное. Так, хоп, чуть-чуть. Аккуратненько смотрим. Никого. Никого. Только большой кошелек. Все, что нам нужно для жизни.
стрел в колчане нет. Печально, печально. Угу. Успокойтесь, да, тебе показалось, что тебе только что в спину стрельнула стрела. Так, сохраняемся. Да, согласен. Я в присядку дерусь с тобой, чтобы Таня не услышала. Все. Таня не слышит? О, пятый уровень. Нормально. Здоровье, запас силы. Стрельба, скрытность. Следующая с 30-40. Ао. Угу. Тут еще удар в спину 30. О. Что можем подкачать и в спину просто будем бить. В 6 раз сильнее. Как настоящий крыс. Так, ага, во. Железные слитки тут. Что тут еще? Оп. Железная руда. Идеально. Мухоморчики. А, все просто нужное для жизни, я отвечаю. Морчить для жизни, кстати, очень нужно. И это все показалось. Так. Все, я иду за твоей... За твоей жизнью. Ты поганая сучка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага, тут еще бандит есть, лол. Лёль. Это печально. Надо будет потом все, блин, на скрытность зачаровать, это будет топо. Так, здорово, братан. Вот тут нет, братан. Тебе просто кажется. Присаживайся назад. Навыки. Хоп. Удар в спину. Потом 40 скрытости. Вот. Скрытые. Во. Да, братан. Нету тут никого. Вот и все. Все, садитесь. Все, давайте. Кусти. Сука. Говно собачье. Что? Кого тут нет? Абсолютно никого. Пустота. Тут никого нет. Поверьте мне, тут никого нет. Тишина.
Зачем? Ну, да. Соси, короче. Сейчас мы должны все по-аккуратному сделать. Там у меня нет ни хера. О, а ну вот так тоже нормально. Навыки. Все. Сохраняемся. Так, кто уже заметил меня, это говно. Оп, неплохо, неплохо. Она куда-то пошла, это хорошо. Братан, ну что тебе кажется все время, ну что? Ты сумасшедший, походу. Все, теряй меня. Теряй меня, брат. Все хорошо. Так, Q, лечение. Это тоже лечение, давай-ка. Так, ух. Ё-мо. Железная стрела. Там потом с добычимся. Промазал, лол. На, говно, на. Умри! Наконец-то ты умри! Ты никому не нужна, тёлка, умирай! Сидишь тут одна, тебя используют. Ты понимаешь это? Ты просто их секс-игрушка. Вот так тебе. Колун! Лучшее оружие. Нет места для колуна, ну, блин. Придется отдать, мол. Колун — это лучшее оружие, извините. Как бы кто ни кукарекал, но это так. Во. Золото. Гранат. Рубин. Обогащаемся просто. Red Apple. Apple. I have an apple. Ага, ну не важно. За Skyrim. Когда выйдем из этой шахты. Просто. Будет топово. Так. Всякие ловушки, это все. Все, мы прошли эту пещеру. Получили уровни, это неплохо. Это даже замечательно, я бы сказал. Опа. Ну вот и мы должны дойти до Ривервуда. Уже. Уже почти дошли. Дойдем до Ривервуда и закончим эту серию на карачках. Замечательно, скрытно прошли, как крысы поганые. Это было просто замечательно. Вы видели, как их рассекал. Ну, такое, знаете, рассекал. Легендарная сложность. Такой. Ну, а показывайте обязательно. Стройки. Игра. Легендарный. Еее. Ривервуд. Ну вот и мы дошли до Ривервуда. Всем пока, с вами был Игорь Кап.